Суток всем! В этом видео я продолжаю раздел мифологии. Ну, я долго думал, стоит ли транслировать, публиковать эти мифы. Ну, точнее, мифы подобного содержания. И все-таки решил это сделать. Почему? Ну, на сегодняшний момент в современном обществе почему-то бытует такое мнение, что древние боги, говоря древние боги, я имею в виду дохристианские, языческие боги, были более высокодуховными, развитыми во всех отношениях существами, справедливыми и добрыми. Ну, что ж, давайте посмотрим. Я возьму на свой выбор несколько разных сюжетов, слабо освещенных, публичной мировой мифологии. Мифы взяты из разных народов, разных стран, разных культурных традиций. И начну я с Древнего Египта. Основной миф, в рамках которого разворачивается эта потрясающая и занимательная история, широко известен. Добрый и достойный бог фараон Осирис в древности правил Египтом. Но его брат Сет, бог злой и настолько мерзкий, что ему даже голову пририсовывают от какого-то непонятного зверя. То ли осла, то ли шакала, то ли бегемота, то ли крокодила, то ли всего вместе, решил узурпировать трон. Обманом Сет убил Осириса, потом разрезал его тело на куски и разбросал по всему Египту. Но это все знают, как бы, но тем не менее, пересказываю так или иначе. На помощь пришла жена и сестра доброго бога, одновременно и жена, и сестра, Исида. Кропотливо собрала остатки мужа, сложила воедино и каким-то образом зачала от его тела сына по имени Гор. Осирис при этом оставался мертвым. Ну, это про непорочное зачатие, подача, короче говоря, оттуда, видимо, идет. Дальше Исида родила, Гор победил Сета и восстановил справедливость. А Осирис в некотором роде воскрес и стал править миром мертвых. Но есть нюансы. Я постараюсь достаточно подробно осветить этот момент с цитатами из первоисточника, так скажем, чтобы было, в общем-то, в деталях понятно, почему именно так получилось. В общем, Исида с Гором на болотах Хемиса на острове сидит. Находится она там под защитой Атума, но это Верховного Совета Богов. В стеле Митерниха, но это документ, первоисточник, Исида говорит: «Я Исида, зачавшая от своего мужа и беременная божественным Гором. Я родила Гора, сына Осириса, в болотах Хемиса. И я весьма обрадовалась, ибо я увидела мстителя за его отца. Я скрывала его, я прятала его из страха, чтобы его не убили». То есть Исида боится за судьбу своего сына. В тексте саркофагов она просит Атума о помощи. Атум – это как бы Верховный Совет Богов. И в этом тексте говорится: «Не бойся, не бойся, сын Гор, не унывай, мать Бога. Дитя недоступно своему противнику. Заросль непроходима, смерть не входит через нее. Сила Атума, отца богов, пребывающего на небесах, сотворила жизнь. И Сет не входит в эту область, не проходит в Хемис. Гор недоступен злу своего противника. Итак, над Гором есть защита. В отличие от всех остальных земнородных, которых Сет может схватить и убить, Гор, сын Бога, убит быть не может. Он недоступен для Сета в Хемис, Сету путь закрыт. Поэтому Гор спокойно вырастает и становится мстителем за своего отца». Ну, не все так просто, не все так просто. Читаем дальше. «Величество Гора обратилось к матери его Исиде. Желает Сет соединиться со мной. Но ответила она ему:
Будь осторожен, не приближайся к нему для этого. Когда упомянет он вновь об этом перед тобой, отвечай ему: «Невозможно это для меня, так как ты слишком тяжел для меня. Моя сила не подобна твоей». Так должен отвечать ты ему. Но если он будет все же приступать к тебе, просунь пальцы свои между ляжками твоими». Это, собственно говоря, фрагмент Кахунского папируса, так называемого. И что же мы тут видим? А видим мы следующее. В этом фрагменте Сет приступает к Гору с предложением о гомосексуальной связи. Причем Гор юноша уже взрослый. И Сет предлагает ему вступить в связь, в чем скрывается большой смысл. Сразу объясню модель, потому что можно увлечься занимательным сюжетом и забыть о том, что все-таки это как бы миф, это легенда, в общем-то, и о другом это. Что такое семя? Семя – это то, что дает жизнь, то, что продолжается его обладателя в другом. Семя Гора – это жизнь, и семя Осириса – это жизнь, а семя Сета – это, конечно, смерть и разрушение. Поэтому желание Сета совокупиться с Гором – это желание Гора убить, внести в него то семя, которое его убьет. Не случайно для обозначения семени Сета используется слово МТВТ, МТВТ по-английски. Дело в том, что мы не знаем, какие гласные ставили египтяне. Ну, я бы предложил мотовод. Почему нет? То есть можно гласные ставить любые, грубо говоря. Не в курсе мы, что тут было. Они писали одни согласные. Оно обозначает и семя, и одновременно по-египетски яд, отраву. То есть то, что убивает. Не имея возможности убить Гора так, как он убил Осириса, Сет хочет его соблазнить сексуальным образом и влить в него это семя смерти, которое его убьет. И тогда Сет будет владеть всем. Престол смерти будет властвовать. Вникаем дальше, сюжет развивается. И Сет сказал Гору: «Иди, проведем приятный день в моем доме». И Гор сказал ему: «Согласен, я согласен». И вот затем в вечернюю пору им постелили, и они легли, эта пара. И вот ночью Сет укрепил свой член и направил его между ляжек Гора. А Гор всунул обе свои руки между своих ляжек и принял семя Сета. И Гор отправился сказать своей матери Исиде: «Приди ко мне, Исида, моя мать, приди, и ты увидишь, что Сет сделал со мной». Он раскрыл свою руку и показал ей семя Сета. Она громко закричала, схватила свой нож, отрезала ему руку, бросила ее в болото и достала ему равноценную руку. Но от себя прибавлю, что можно было какой-то более щадящий способ выбрать, наверное. Хотя там могло ДНК остаться, конечно. Может быть, она это разумно поступила. Ладно, дальше. И она взяла немного приятно пахнувшей мази и помазала ею член Гора. И она укрепила его, сунула его в небольшой сосуд, и он испустил в него свое семя. И Исида направилась семенем Гора в утреннюю пору к саду Сета. Она сказала садовнику Сета: «Какие овощи Сет ест здесь у тебя?» Садовник сказал ей: «Он ест здесь у меня никаких овощей, кроме латука». Исида окропила латук семенем Гора, Сет пришел по своему ежедневному обыкновению и поел латука, который он ел постоянно. Он забеременел от семени Гора. Затем Сет отправился сказать Гору: «Приди, поспешим, я буду препираться с тобой в суде». Вот так вот, еще простыни не остыли, а этот уже в суд помчался. За алиментами, видимо. Сейчас узнаем, расскажу сейчас дальше. Суд богов был, и это мы знаем по самым древним текстам. И Гор сказал ему: «Согласен, я согласен». И они отправились в суд, эта пара. Они предстали перед великой Эниадой. Им сказали: «Говорите вы». И Сет сказал: «Пусть отдадут мне сан правителя, ибо, что касается Гора, который присутствует здесь, то я выполнил работу мужчины по отношению к нему». И боги, Эниады, громко закричали, и они извергали блевотину и плевали в лицо Гору. И Гор насмехался над ними, и Гор поклялся богам: «Ложь все, что говорит Сет. Пусть позовут семя Сета и посмотрим, откуда оно откликнется. И пусть позовут мое семя и посмотрим, откуда оно откликнется». И тот, владыка божественных слов, писец нелицеприятной Эниады, положил свою руку на плечо Гора и сказал: «Выходи, семя Сета». Оно откликнулось из глубины болота. Вы же помните, куда Исида выбросила руку с семенем? Угу. И тот положил свою руку на плечо Сета и сказал: «Выходи, семя Гора».
И оно сказало ему: «Откуда я должно выйти?» И тот сказал: «Выходи через ухо». Тогда оно сказало ему: «Неужели мне подобает выйти через его ухо? Я божественное истечение». И тот сказал ему: «Выходи через темя». Самая священная точка – это нун, темя, как говорится в текстах пирамид. И оно появилось в виде золотого диска на голове Сета. И Сет сильно разгневался. Он протянул свою руку, чтобы схватить золотой диск. И тот отнял его у него и поместил как украшение на своей голове. И Неада сказала: «Прав Гор, не прав Сет». Ну, сами видите, тяжба закончилась полным поражением Сета. Но правильно, по делам ему нефиг было в суд ходить. Да, Гор, как мы сейчас бы сказали, применил, может быть, достаточно сомнительную военную хитрость, мягко говоря. Но результат превзошел все ожидания. Семя Сета оказалось в болоте, то есть в трясине небытия уничтожения. А семя Гора воссияло над Сетом, как золотой диск, как солнце. Поэтому, кстати говоря, этот диск, сияющий над Сетом, который тот отобрал и поместил на свою голову, присутствует в иконографии бесоголового Тота. Это показывает, что данный рассказ имеет очень древнее происхождение. Конечно, вряд ли это непосредственно связано с этим преданием, но можно вспомнить, что в могилы еще в верхнем палеолите клали каменные костяные диски, образы солнца. И теперь можно понять, что это не просто образ солнца, но и образ победы, того, что семя жизни победило смерть. Сет не смог убить Гора силой, у него ничего не получилось, поскольку тот был под защитой атома. И тогда он решил применить иное, применить хитрость. Он попытался хитростью завладеть Гором, но у него снова ничего не получилось. Хитрость Гора оказалась хитрее хитрости Сета, и Сет был повержен в суде. Ну, думаю, что правильным было бы все-таки досказать эту историю, хотя основной сюжетный момент я уже, считаю, раскрыл, тот нюанс, который слабо освещался. Но, тем не менее, по сути этой легенды, значит, Гор, в конце концов, схватились с Сетом, бой был жуткий, лютый, 10 дней они сражались, Сет вырвал Гору глаз, Гор оторвал Сету мошонку, в результате чего он его пленил и связал. Позвал маму свою, говорит, что так и так, вот он перед тобой, ну и дальше зачитаю, что произошло. Связал Гор Сета веревками и привел к матери своей Исиде. Вот Исида, враг твой, исполнилось предсказание, я победил Сета и отомстил за смерть отца. Скажи слово, и я убью его. Исида посмотрела на связанного Сета и стало ей его жалко. Вот всегда так, а? Ведь он ее брат. Не велела Исида убивать Сета и отпустила его с миром. Узнал об этом Гор и рассердился на Исиду. Возмущенный, он схватил мать и сорвал с ее головы царский венец. Недостойно быть царицей та, кто дает пощаду своим врагам. Однако тот надел на нее вместо венца корону в виде коровьих рогов. С тех пор Исиду часто изображают в головном уборе с коровьими рогами, между которыми солнечный диск. Надели на Гора царскую корону и сказали ему боги: «Ты великий царь Египта, царь всей земли». Так Гор одержал окончательную победу в споре и получил трон отца своего Осириса. Напомню, что после воскрешения Осирис отказался возвращаться в мир живых. Возможно, ему в мире мертвых понравилось больше. Но так или иначе, он там остался и остался там за главного. Обрадовался Ра, что окончилась тяжба. Сета, чтобы утешить его, взял к себе, посадил рядом и велел ему грохотать с небес, чтобы люди боялись и поклонялись могуществу богов, обитающих на небе. Все боги были рады, земля ликовала, когда увидели они юного Гора, сына Осириса, царем Египта. Сын Исиды был последним из богов, царствовавших на земле. Процарствовав много лет, он вознесся на небо, присоединился к свите Ра в небесной ладье и вместе с другими богами стал защищать солнце от демонов и гигантского змея Апопа. С уходом Гора на небо кончился золотой век. Земная власть перешла к фараонам. И с тех пор каждый фараон Такимет считался земным воплощением Гора. Ну что, о чем можно поведать ввиду вышесказанного? Судя по всему, в мире разумных существ мало что поменялось с течением времени. И если поменялось,
то не в лучшую сторону. А на этом у меня все на сегодня. Следующий миф будет о Локи и стенах Асгарда, как они построились. Ну, как вы понимаете, есть нюансы. Будьте здоровы, всего вам хорошего, берегите себя, люди. Увидимся.